Классная, красивая картина с древнеримского форума. Да. Ой, блин. Ой, сделал пару фоток на своей кафедре онтологии и теории познания. Закрывать дверь, не будем снимать. О, лоски. Вау, красавин. Славянофил. Да, вот третий этаж философского факультета СПБГУ. Да. Ой, ладно. Ой. В 167-м кабинете аудитории, то бишь, если не ошибаюсь, я тогда был примерно в феврале 2003-го. Кажется, здесь посещал Ницше семинар, как бы проект Вячеслава, если не ошибаюсь, Сухачева и Валерия, блин, о, блин, забыл уже фамилию вот этого классного человека, который как бы заведовал Ницше семинаром, блин, в то время. Валерий, блин. Мышь. Да. Мышь уже все забыла, блин, нафиг. Ой, да, ну, люди были классные. Так. Вот, вот мой ботл с водичкой, блин. Для поддержания, так скажем. Ой, себя в тонусе. Если будут какие-то такие, типа у меня панические атаки, поэтому периодически как бы пью водичку. Ой, да. Такая классная картинка. Ладно, наверное, сейчас все завершаем. Все, без бальта.